Салам алейкум, дорогие братья и сестры! К сожалению, в нашей мирской суете мы зачастую забываем, какое место для нас и какое значение имеет Мекка. А ведь это самая любимая земля перед Всевышним Аллахом. И это самый любимый город пророка Мухаммада, мир ему благословение. Когда он был вынужден покинуть Мекку, направляясь в Медину, он со слезами на глазах повернулся к своему городу и сказал: «Если бы мои соплеменники не изгнали меня, я бы тебя никогда не покинул». Мекка – это то место на земле, куда стремятся все ангелы, куда стремились все пророки и посланники, и куда будут стремиться праведники вплоть до скончания этого мира. Аллах Всевышний всю землю распростер из-под Мекки. И в Мекке находится самый первый храм на этой земле, строительство которого было начато опять-таки ангелами по повелению Всевышнего. Первый раз, когда я попал в Мекку и увидел Каабу, у меня из-за слез туман закрывал мой взор. Я месяц потом ходил, как в каком-то упоительном сне, потому что я каждый раз вспоминал те секунды, которые я провел перед Каабой. Наши сердца должны быть привязаны к Мекке, как к своей матери, потому что Мекка – это Умуль-Кура, мать городов всех на этой земле. Поэтому я призываю вас использовать каждый маленький даже шанс, чтобы попасть в этот город и снова припасть взором и своим сердцем к Каабе.